А это продолжение. Это уже в другом, в деревне я нахожусь. Вот видите, тоже церковь большая. Красота. Да, ребята, тут очень красиво. А, кстати, это кладбище. Тут похоронен какой-то монах, походу. Очень красиво. Там тоже, кстати, кто-то похоронен. Угу. Давайте пройдемся, посмотрим. Ой, какое деревья тут красивое. Сегодня такой день. Я решила просто по деревням проехаться. Как спокойно тут. Да, здесь тоже кто-то похоронен. Очень красиво. Так что, ребята, продолжение следует. Вот здесь остановили машину, и сейчас вот мы так проходим.